И всем здорово, народ, с вами снова Агдилка. Сегодня вышел апдейт Читавек сайт, добавили автомайнинг на Рилли World и добавили Damage Fly. Также добавили очень много всяких фиксов, всяких доработочек, но из основного хочу выделить Damage Fly. Очень сильная функция, позволяет троллить игроков, как это было в другом чте на Storm ХВХ. И также позволяет просто спасти себя, то есть, по сути, в любой драке вы и так выживете, ведь это полноценный лив КТ. Просто берете и улетаете на флай, что может быть лучше. Поэтому эта штучка работает на Рилли World, работает на крафтью и все такое. Поэтому вот такой вот краткий обзор апдейта, и давайте-ка начнем. Сейчас хочу вам показать то, как работает автоферма. Что такое автоферма? Вы подходите к фермеру и просто прописываете команду решеточка mine Rilly World, решеточка mine RV. И ваш персонаж автоматически вот так вот начинает копать. Вы можете пойти, налить себе чая, что угодно делать. За АФК вас не кикнет, потому что он выполняет действия. Единственное, что может подойти админ, подойти модер и посмотреть, что вы немножко как бы палевно выполняете действия. Это единственная как бы угроза, но по фану вот так, кстати, в АФК, почему бы и нет. Вы вот так вот просто фармите, деньги вот так капают, пока вы просто идете в АФК. Конечно, баритоном можно пойти накопать золото, накопать всего, но если вы не хотите этого делать, то просто вот так прописывайте. Как только вы возвращаетесь, пишите решеточка стоп и все. И теперь просто подходите сюда, сдаете деньги и получаете хоть чуть-чуть, но в общем-то небольшой такой, ну как бы немножко денег за то, что вы просто стояли в АФК. Интересная темка, можно юзать, и давайте-ка уже перейдем к очень интересной функции, к Damage Fly, а там уже и Килауру затестим на дуэлях, все такое, так что погнали, пока что обновка вот такая, очень жесткая. Итак, что по Damage Fly? Мы видим слева сверху кружочек, третий кружочек, называется он так, так и называется Damage Fly. Это кружочек как в таймере. Сейчас у меня кружочек в таймере отключен, но кто смотрел прошлый ролик с Вексайдом, думаю, помнит, что этот кружочек обозначает то, сколько еще я могу пролететь, сколько еще у меня будет работать Fly. В общем-то, пишу Warp PvP. Сейчас зашел немножко позднее, чем это было, чем снимал первую часть ролика, поэтому, как мы видим, немножко, знаете, совсем немножко лагает, вот. Думаю, это не страшно. Все, что нужно сделать, это получить тычку от врага и после этой тычки уже полететь. Я просто включаю флай, я подхожу, меня бьют, и я вот так вот могу улететь. Да, это не визуалы, меня не должно, по идее, кикнуть, когда все разлагает. Ведь даже с такими лагами не важно, потому что все равно флай будет работать шикарно. Вот, даже с такими лагами вас не кикает, а если вы будете с нормального инета играть, то у вас будет вообще ноль вопросов, ноль проблем. Вот, если что, стейк скидывается. Если что, можем кинуть дуэль любому человеку. Давайте-ка напишем дуэль. Омик. И просто продемонстрирую это намного... Омти у него ник. Хочу продемонстрировать эту функцию немножко поприятней, в плане немножко поподробней, чтобы это было понятно, чтобы это четче было, так сказать. Окей, просто включаю флай, вот он меня начинает бить, и вот я вот так вот могу улетать. Вот так вот, вот сюда улетел, вот он пишет спек, если он пишет спек, я тогда напишу хаб, в чем мне это стоит. В общем-то, думаю, вы и так поняли. Если что, флай работает суперски, работает на Рилли Ворлде и на крафтью. Насчет крафтью зайду, наверное, попозже, а так, думаю, все понятно, флай работает шикарно, так что погнали к PvP. Наснимал для вас очень много дуэлей, поднялся с нуля до 14 тысяч, смотреть до конца, погнали к PvP. Everybody knows that I'm lost, that I'm falling.
И напоследок показываю fly на craft U. Включаем damage fly, даем себе тычку с лука и можем спокойно вот так пролететь. Сейчас немножко подлагивает. Имеется небольшой пинг, пинг 4000, но 3770 незначительные, как бы трудности вызывает, но в общем-то это нам не мешает, чтобы просто брать и вот так всю карту пролетать. Если что, можем сами себя с лука вот так вот дамажить и вот так быстро летать. Можете зайти сами потестить, но уже без пинга в 3000, так что да. Вот такой вот как бы... Вот такой вот, все, и вы победили, все, понимаете, для победки нужно просто взять, пострелять себе из лука, полетать. Вот так работает флай на Craft U, прошлый флай на Real World тоже работает, все работает отлично. Вот такой апдейт Vexide, если что, промокод Годзилка, можете заходить и купить чит по ссылке в описании. А с вами был я, Годзилка, ставь лайк, подписывайся на канал, пока.